Эти изъятые у преступников наркотики вместо зла принесут пользу. В Эквадоре из них делают цемент. На переработку пустят более 21 тонны психотропных веществ. После проверки наркотики попадают в измельчитель. Потом их смешивают с другими материалами, такими как цемент, стекло и зола. Затем добавляют жидкость, и в результате все затвердевает, а наркотики теряют свои свойства. Полученный цемент используют в обычном строительстве. Например, делают стяжку пола. Представитель полиции говорит, что на продаже этих наркотиков преступники могли заработать миллионы. Стоимость зависит от места продажи. В США за все эти наркотики получили бы 600 миллионов долларов, а в Европе вдвое больше. В январе правительство Эквадора объявило войну бандам наркоторговцев, которые также похищают людей и совершают другие преступления. Президент страны объявил 22 группировки террористическими организациями и приказал их уничтожить.